Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, уважаемая Екатерина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте еще раз. Сегодня мы вновь, вернее, вы вновь зададите свои вопросы президенту Чувашии, а он на них ответит. И отмечу, что вопросов поступает очень много, и мы даже просчитали, что если бы Михаил Васильевич решил ответить на все сразу, то нам потребовалось бы не менее 10 часов эфирного времени. Так что задавайте вопросы с обратным адресом, ответ вы получите обязательно. Тема сегодняшней программы – «Дети – наше будущее». С какими проблемами сталкиваются родители, воспитывающие детей разного возраста, как молодежь, студенты оценивают свои жизненные перспективы? Узнаем сначала горожан на эту тему. А что, как родители, вас сейчас больше всего беспокоит? Ой, будущее наших детей, наверное. У нас очень сложно детям даже с образованием устроиться на какую-нибудь более-менее работу с более-менее приличным окладом. Оклады такие смешные, 5-6 тысяч, когда за квартиру у нас, извините, 5 тысяч в месяц мы платим только квартплату. Если, допустим, в школе, допустим, более-менее образование дается еще, то в институтах все за деньги. То есть образование о чем? То, что давали в советское время, то, что сейчас, это большая разница. Не знаем, когда попадем в садик. 3 годам на очереди стоим почти 4000-ми. Причем поставили на очередь при рождении ребенка. Чтобы подешевле были квартиры, чтобы купить могли, так ведь, как всем. Что, как студента, вас сейчас больше всего беспокоит? Вот стипендию хотелось бы, чтобы увеличили побольше. Вот. Мы сейчас увеличили на процентов 9. Ну, раньше стипендия была 1350, повышенная. А сейчас 1590. Ну, все равно не хватает немного. Подняли бы до 2000, нормально было бы. Учебу закончил, работаю неофициально. Вот что еще могу сказать. Проблемы? Проблемы транспорта, пробок много в Чебоксарах. Да, вот это да, вот это проблема. И бензин дорогой. Волнует, прежде всего, это проблема практики. После университета, как возможность будет ли куда-то пойти, проходить практику. Мне сейчас волнует больше всего продвижение по карьере. Во-первых. Во-вторых, также перспектива карьерного роста, также материальное стимулирование, а также еще гарантия того, что я буду на этом месте работать и меня никто не уволит. Стабильности нет, то есть приходится самому так крутиться, а надеяться на то, что там что-то тебе дадут и с неба свалится, нет. Я уверена в завтрашнем дне, и меня, в принципе, все устраивает на сегодняшний момент. Очень маленькая зарплата по моей профессии, поэтому я как бы по своей не ищу, даже не стараюсь. Михаил Васильевич, вот такая вот пестрая картинка у нас получилась. В своем прошлогоднем послании Госсовету вы говорили, что верите в молодежь, что главное для вас это будущие детей, их здоровье, их образование, благополучие. Вот что сделано за год? Что сделано за год? Я как раз на послании, с посланием, когда выступал, говорил депутатам Государственного совета. И это послание, как бы и обращение к жителям Чувашской республики. Подведены были итоги, соответствующие материалы мы раздавали, они через средства массовой информации на официальных сайтах как бы вывешены. Кто желает ознакомиться, подробно можно ознакомиться и динамику сравнивать. Одним словом я скажу, социально-экономическое развитие Чувашской республики происходит динамично. Есть у меня полная уверенность в том, что мы и в 2019 году также будем развиваться. Макроэкономика хорошо работает, доходная часть пополняется. Тем самым мы имели возможность по расходной части удовлетворить все те программы, которые принимали на уровне кабинета министров, на уровне муниципальных образований и те общественные организации, которые просили по каким-то сформулированным предложениям разрешить их проблемы, их тоже мы разрешали. Первое. По садикам здесь были вопросы, я могу сказать, мы взяли на себя обязательство за 3 года разрешить эти проблемы. Подробности потом я еще выскажу. Второе, по квартирам. Как бы купить подешевле? Ну, в рыночной экономике любая стоимость формируется от спроса и предложения. Я могу сказать, что делается здесь со стороны государства. Практически каждая 4-я квартира сегодня строится с учетом бюджетных денег. То есть 25% объемов строительства в строительстве квартир или многоквартирных жилых домов – это участие государства. Это социальные программы, которые приняты. Я не буду сейчас их перечислять. По уровню заработной платы вопросов тоже очень много, и разговоров очень много. Я понимаю, все мы разные, и по-разному все это оцениваем, по-разному осуждаем. Но я скажу следующее, самое главное. Вот 2 года назад
работодатели предлагали рабочие места у себя в коммерческих организациях с уровнем заработной платы 4,5 тысячи в месяц. Но сегодня ситуация изменилась. Работодатели предлагают, в среднем я скажу, уровень заработной платы 15 тысяч рублей. И это уже даже чуть-чуть выше, чем средний по экономике Чувашской Республики. То есть я так понимаю, что государство готово создавать эту благоприятную среду, а благоприятная среда у нас состоит из образования, да, когда школьного, профессионального, здравоохранения, так или иначе, наверное, физкультуры и спорта, я так думаю, да, еще? Ну, то, что вы назвали, это как раз отрасли, да, как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура. Это задачи государства, которые мы должны создавать с учетом вложения бюджетных средств, создавать условия для каждого желающего заниматься в той или иной отрасли. Ну, очень важно, когда ребенок с детства имеет возможность плавать, прыгать, бегать, играть, кататься на коньках, а значит, наверное, все-таки должно быть место, и место должно быть рядом, близко, где он будет этим заниматься. У нас республика обеспечивает потребности юных граждан, вот, занятия спортом и физической культурой. Могу сказать следующее. У нас среди регионов Приволжского федерального округа самая высокая обеспеченность. И мы, с этой точки зрения, могу сказать, примерно 40% у нас на каждого жителя, там есть специальные методики по счету, это федеральное министерство посчитывает, почти 40%. Пока мы то, что сделали, конечно, не хватает. Мы дальше будем строить. Строится Ледовый дворец, это два катка, как фигурное катание, как хоккей, есть тренировочный каток. Я говорил, что встанем вот к Новому году 2013 года на коньки и покатаемся. Некоторые не верят, скептики. Мы то, что говорим, мы выполняем. И плюс мы решили с городскими властями города Чебоксары построить современных 3 физкультурно-спортивных комплекса. В сельской местности практически 22 построено, еще 2 в этом году будет построено. Значит, а в городе маленькие горожане чувствуют себя ущемленными. Поэтому я ответственно говорю, в 3 районах города Чебоксары 3 вот этих прекрасных сооружений будет построено. Михаил Васильевич, ну вот особую среду нужно создавать, наверное, для детей, ну, скажем так, с ограниченными возможностями. Все, что связано в данном случае, например, с получением образования. На сегодняшний день президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев вот буквально, да, проводил совещание, обсуждал эту тему, как нам нужно работать прежде всего детьми-сиротами, инвалидами. На самом деле, кто, ну, по той или иной причине сегодня, как бы сказать, ущемленный оказался. Государство выделяло для этих категорий огромные ресурсы и будут выделять. Что мы делаем на уровне республики? В этом году, первое я хочу сказать, за последние 5 лет было обеспечено жильем дети-сироты 336 человек. В этом году, за один год, мы выделили 260 миллионов рублей. То, что сделано было в течение 5 лет, за один год мы обеспечим 334 детей-сирот. Это было поручение президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. И мне не стыдно будет в конце года доложить о выполнении его поручения по всем тем обязательствам, которые мы взяли на себя. Ну, Михаил Васильевич, вы, наверное, обратили внимание, что наш форум превратился в некоторой степени в книгу жалоб. Но среди огромного потока вопросов и предложений есть такие, мимо которых, ну, невозможно, наверное, на которые невозможно равнодушно смотреть. Следующий вопрос вам задает мама ребенка с ограниченными возможностями. Обращается к вам мать ребенка-инвалида. Мальчику в будущем году исполняется 7 лет, нужно идти в школу, он не отстает в развитии. Способный, умный, смышленый, вот только передвигаться не может. К тому же живем мы на 5-м этаже, возможности посещать образовательное учреждение не будет. Как объяснить ребенку, что 1 сентября он не пойдет в школу? Какая его ждет судьба? Неужели на детях-инвалидах государство поставило крест? Дистанционное обучение. Выделяем тоже десятки миллионов рублей. Последнюю цифру, если назвать, мы выделили 69 миллионов рублей для того, чтобы дети, которые не могут говорить, не могут видеть, да, через дистанционное управление, сегодня технологии позволяют, они, как нормальные дети, сегодня могут заниматься образованием, получать качественную медицинскую помощь и ряд других направлений. Конечно, я признаю, что нужно сделать еще больше для этого.
У нас не хватает пандусов, не хватает других вещей, которые сегодня родители поднимают или опекуны поднимают. Первые шаги есть, и я для этого руководитель региона, проводить эту политику эффективно и дальше шаг за шагом делать эти добрые дела. Ну, Михаил Васильевич, вот вернемся к цифре 69 миллионов. Это много или мало? У нас, в принципе, дети все обеспечены, кто нуждается в дистанционном обучении вот этой формой? Вот в текущем году мы практически обеспечиваем все те вопросы, которые обязаны со стороны государства сделать, покрываем потребности на 85%. И в 2019 году мы выходим на 100% уровень обеспечения малообеспеченных наших детей. Детей-инвалидов, да? Да. Михаил Васильевич, очень много вопросов у нас поступило на наш форум от молодых мам, которые не первый год уже стоят в очереди в детские сады и никак не могут малышей отправить туда. Мамы сетуют, понятное дело, страдает семейный бюджет, проблема не нова. Вот сразу несколько вопросов задает вам жительница поселка Ибриси. Уважаемый Михаил Васильевич, к вам обращается жительница поселка Ибреси по поводу детского садика. 5 мая 2012 года у меня заканчивается декретный отпуск. Бабушек, дедушек нет. Обещали открыть группу, где раньше находилась поселковая администрация, занимавшая помещение детского сада. Сейчас она перебралась в другое место, а сдвигов по ремонту нет. Что мне делать? Увольняться с работы? А еще мне предлагают нанять няню, которая стоит больше, чем моя зарплата. К тому же я мать троих детей. На какую помощь мы можем рассчитывать в этом государстве? Как быть? Делается ли что-нибудь, чтобы сделать дошкольное образование более доступным? Мы за 3 года построим еще 20-24 с учетом реконструкции новых детских садов. Кроме этого, мы вовлекаем частников, которые идут на эти шаги, создаем государственно-частное партнерство. Кроме этого, в образовательных учреждениях, где есть пустующие классы, по всем санпинтребованиям создаем дополнительные группы. Там практически, даже это может быть лучше, да, учителя, воспитатели, родители, все совместно понимая друг друга, воспитывают наших детей. И кроме всего этого, у нас еще по желанию родителей работают семейные садики. По 3 муниципалитетам мы запускали в этом году пилотный проект. Мы не ожидали, что оно так эффективно сработает. 85% родителей решили эти пособия получать. Это для детей в возрасте от 1,5 до 6. Ну, компенсации, да? От 1,5 до 3 лет. У кого более 3 лет, места в садике появляются, они туда отправляют. И тем самым, я подчеркиваю, что за 3 года все те вопросы, как сейчас в Ибрещинском районе поднимают, мы будем разрешать. По Ибрещинскому району, я на память скажу, в Буинске в 2019 году в проекте у нас заложено строительство, начало строительства нового детского сада. И в 2014 году, а может быть даже в конце 2013 года, мы начнем строительство нового детского сада в Ибресях. И с учетом всего этого, уважаемые ибрещинцы, у вас должна быть уверенность, сегодня мы не можем одним росчерком пера решить, вот как в сказке по щучьему велению, ручкой махнул и появился садик. Обманывать не хочу, то, что у нас в программе есть, утвердительно говорю и подтверждаю, что чуть-чуть надо потерпеть, и все эти вопросы будут разрешены. Михаил Васильевич, есть еще одна проблема в системе дошкольного образования. Вот учить и воспитывать детей вскоре станет некому. Зарплата воспитателей мизерная, интернет-сообщество активно интересуется. Что будет с зарплатами бюджетников в 2012 году? И мой вопрос подхватывает гость нашего форума. Пожалуйста. Хотелось бы услышать конкретные цифры, ведь про бюджетников последние 3 года совсем забыли, и зарплаты многих из них ниже прожиточного минимума. Как вы планируете решать этот вопрос? Может быть, вместо покупки многомиллионного оборудования стоит часть денег отдать бюджетникам? Будет ли повышаться зарплата работников дошкольных учреждений? Будут ли доплаты из местного бюджета? Вопрос правильный. На сегодняшний день могу сказать, в этом году мы увеличили уровень заработной платы работников бюджетной сферы 3 раза. Это прежде всего воспитателям дошкольных образовательных учреждений, учителям. И могу сказать, вот повышение последнее было с 1 октября на 6,5%.
среднемесячный уровень заработной платы у учителей. Мы даже не рассчитывали, что будет столько, 14 098 рублей. Мы рассчитывали, что выйдем на 13 900. Это как раз учителя сами квалификацию поднимают, и стимулирующие коэффициенты появились у них, и тем самым увеличивается. У нас обязательств первоначально не было. Мы в течение года взяли дополнительные обязательства и увеличили заработную плату как учителям на 30% воспитателям детских образовательных учреждений. И в 2019 году это направление будет продолжаться, ибо коммерческие организации сегодня эффективно работают, они увеличивают заработную плату. Для того, чтобы много цифр не говорить, я скажу, руководство страны поставило перед нами задачу: средний уровень заработной платы по экономике в регионах поднимается, мы и по воспитателям в образовательных учреждениях, и по медицинским работникам должны держать этот уровень, эту планку. Ну, а вот сейчас, на данный момент, стимул для молодых воспитателей? Но стимул городские власти приняли. Кто, допустим, сегодня хочет идти воспитателем работать или учителем, да, 1000 рублей в месяц добавляй. Да, это не такие большие деньги, может быть, но это тоже первый шаг в сторону наших молодых семей или молодых специалистов. Но, с другой стороны, если посмотрим, мы для молодых семей, для молодых специалистов, кто идет работать, 35 лет включительно, выделяются квартиры. И выделяются безвозмездные социальные выплаты или субсидии от 35 до 45%. По программе социального развития села, это, конечно, касается прежде всего работников и социальной сферы, и сельского хозяйства, сельской местности, государственный подарок 70%. Плюс к этому то, что лидер партии «Единой России», представитель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил, запускается проект с 1 января 2019 года «Земский доктор», да? Это 1 миллион рублей для медицинских работников. Но эти практически решения, они вообще, я считаю, беспрецедентные. С учетом всего того, много проблем, но для того, чтобы профессиональные кадры не уходили, не убегали, создаются условия. То есть мотивация, одним словом, на труд. От дошкольного к школьному образованию. Меня лично, как и многих родителей, интересует вопрос. Имеет ли право администрация общеобразовательной школы собирать деньги с учеников, ну, с родителей учеников на охрану школы и содержание видеокамер? Дирекция вообще объясняет это тем, что охрана в школах, приборы видеонаблюдения обязательны. Ну, в этом никто не сомневается. Но деньги с бюджета не выделяются совсем. Так ли это? Сегодня с бюджета на все те мероприятия, конечно, 100% мы выделить финансовые ресурсы не можем. Наша задача, конечно, в этом направлении работать и не привлекать сюда родителей, чтобы они участвовали. Но согласно закону об образовании, есть там попечительские советы, есть родительские советы, другие общественные советы. Конечно, все это должно рассматриваться на собраниях родителей или на других коллегиальных органах. Исходя из этого, потом принимается решение. Но принятое решение, конечно, надо выполнять всем родителям. Но это должно быть на добровольной основе. Принудительно кого-то заставлять, вот заплатите, это нельзя. 408 миллионов рублей выделено на модернизацию региональной системы общеобразования. Понятно, что туда, наверное, входит не только... Что туда входит? Не только ремонт, наверное, но еще и закупка школьных автобусов, да, что еще? Компьютерные классы, наверное, вот если есть у вас цифры, чтобы, можете озвучить. Чтобы мне много не говорить, вот оно на слайде все показано, куда направляются ресурсы. Это то, что мы говорили, и организация дистанционного обеспечения, расходы на осуществление мер по энергосбережению, это очень важно, почти 36,5 миллиона рублей, повышение заработной платы, о чем мы говорили, приобретение оборудования современного, чтобы дети уже были готовы к определенным шагам после завершения образовательных учреждений. Приобретение транспортных средств. Мы много приобретали школьных автобусов и микроавтобусов. Они свой амортизационный срок отрабатывают. И в этом году мы планировали 34, мы приобрели их. Они уже как бы в работе. Это тоже, опять-таки, безопасность, да, наших детей по нашим дорогам. Школьные библиотеки. Как раз вот по книгам говорили, вот пополнение фондов школьных библиотек практически 43 миллиона рублей.
Вот эти направления, которые, вот основные направления, которые я перечислил, они будут в дальнейшем поддерживаться государством не только на словах, но и обеспечивается финансирование. Ну, у нас есть следующий видеовопрос, который также касается качества образования. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Меня зовут Яковлева Инга. Моя дочь учится в 11 классе. И летом ей предстоит сдавать экзамен для поступления в ВУЗ. В техникум нам поступать не хочется, так как везде требуются специалисты с высшим образованием. Девочка у меня умная, часто выступает на олимпиадах. Но уверенности у нас, как у родителей, нет. Как нам быть? Кто-то сомневается в своем ребенке, мама, да? Но сомнения, они бывают. На сегодняшний день я бы предложил что? Зайти на официальный сайт Министерства образования, получить достоверную официальную информацию и, оценивая, владея информацией, как дальше им поступить. Мы можем подсказать, но окончательное решение принимает ребенок, да, или молодой юноша, или девушка с подсказки или родителей, или, значит, с учителей. Исходя из этого, сегодня достаточно возможностей для самореализации любого ребенка. Михаил Васильевич, ну, есть ребята творческие, скажем так, да, которые видят себя на сцене, которые хотят быть художниками, писателями, поэтами, музыкантами. А вот как быть с гуманитариями? Вот творческие одаренные дети, они имеют право и на внимание и поддержку государства? Творчески одаренные дети, они вообще молодцы. У нас же ежегодно в республике 1000 человек получает президентские стипендии, так скажем, за их творческую устремленность и интеллектуальность. Ну, вот молодым, да, людям получать в месяц почти 2000 рублей к стипендии, школьники, не имея ничего, это получают. Это тоже определенный дополнительный стимул за счет нашего республиканского бюджета. Вот они, когда почувствуют, что они уже маломальски начали себе зарабатывать на жизнь. Это развивает мышление. У них появляется возможность дальше также двигаться в этом направлении. И мы на совете ректоров высших профессиональных учебных заведений, через другие общественные организации, творчески устремленных людей всегда поддерживают. Ну, еще, по-моему, именные стипендии президента Чувашской Республики имеются, да? Это сколько? 25, если я не ошибаюсь, именно стипендий. Ну, мы сейчас думаем, как бы и количество увеличить, и, соответственно, размер этих стипендий увеличить. Мы будем рассматривать в следующем году. Михаил Васильевич, а может ли система дополнительного образования каким-то образом стать для ребенка альтернативой улицы? Вот вопрос задаю вот в связи с чем. К нам поступило письмо от Валентины Николаевны Никифоровой из Чебоксар. Женщина пишет: «Живу на одной лестничной площадке с многодетной семьей. Родители часто злоупотребляют алкоголем, везде у них дома друзья. Курят, пьют, ругаются. Отца в прошлом месяце уволили за пьянство. Мать сидит с младшим грудным ребенком. Двое старших сыновей 9 и 5 лет, постоянно на улице. Мальчики хорошие, но, боюсь, такие папы и мамы, чему их могут научить? А ведь таких семей в Чувашии ни одна и ни две. Михаил Васильевич, вы вот часто говорите, что дети наше будущее. Неужели нельзя оградить их от преступного мира, от наркомании и табакокурения?» К сожалению, Валентина Николаевна здесь права. Таких неблагополучных семей в республике ни одна и не две. Абсолютно тоже я с этим согласен. И что печально, жертвами пьянца родителей становятся дети. Ну вот, насколько мне известно, у нас, в общем-то, есть разные варианты, альтернативные для вот таких детей. Это, может быть, там и отряды юных космонавтов, и полицейские детские академии. И у нас, вот, насколько мне известно, с 2011 года новая программа реализуется еще. Ну, абсолютно вы здесь правильно подметили. Много очень проводим, во-первых, спортивных мероприятий разной направленности. Второе, юноармейские вот эти движения, «Зорница», «Орленок» проводим. На самом деле, когда дети, да, отрываются даже от родителей, от своих учителей, живут в палатках, на природе, экологически чистый такой воздух, они ощущают себя по-другому. И с учетом всего того, что программа «Наша новая школа»
дает дополнительные возможности и дополнительные импульсы. Стартовали проекты, это «Танцующая школа», «Я умею плавать» и ряд других таких проектов. И поэтому эти проекты должны сработать эффективно. Конечно, это опять-таки зависит от нас. Ну, что могут сказать в ответ родители? Вот тяжело нам жить, вот семья молодая, вот детей много, вот что нам делать? Но, тем не менее, есть же возможности, есть средства поддержки, есть меры поддержки, которые государство оказывает молодым семьям, и многодетным, и малообеспеченным. Во-первых, по обеспечению молодых семей, молодых специалистов, принято решение, и мы в последнее время приняли ряд еще дополнительных решений. Рассчитывали молодые семьи в этом году по всем действующим программам получат, ну, первоначально 850 семей. По тем финансовым ресурсам, которые мы получили как с федерального бюджета, так и с республиканского бюджета, получат 1500 семей. Последнее принятое решение – это процентная ставка 5,5-7% годовых на 10 лет. По сравнению с рыночной ставкой, действующей рыночной ставкой, это два раза ниже. Что она дает? Она дает в течение 10 лет безвозмездно через субсидирование процентной ставки получить любому молодому специалисту или семье 500 тысяч безвозмездный такой подарок. Ну и жить в комфортных условиях. Плюс у нас есть государственный жилищный фонд. Прежде всего там пользуются наши молодые семьи, работники бюджетной сферы. То, что мы тоже касались, как родителей, да, иной раз там в общежитии, хрущевка там, или в ветхом жилье, и более чем 60% сегодня вот эта категория, прежде всего, работники бюджетной сферы и молодые семьи пользуются. Да, жилье есть, опять же, выделение земельных участков, да, многодетным семьям. И последний ваш указ, который, мне кажется, просто взорвал публику, которая слушала вас в послании Госсовету, это дополнительные 100 тысяч каждому третьему ребенку, да, материнский капитал. Мы долго думали, как быть. В бюджете денег, ну, не хватает. То, что федеральный материнский капитал, в этом году он выплачивался в месяц, не месяц, а единоразово при рождении там ребенка, 365 тысяч рублей. С 1 января 2019 года с учетом индексации 387 тысяч рублей. Вот наш региональный республиканский материнский капитал позволяет 387 плюс 100, 487 тысяч рублей. Ну, почти, да, 500 тысяч. И по порядку, по той методике, который был выработан, мы будем его направлять как федеральный материнский капитал. То есть это право родителей, допустим, направить на образование, на обучение своих детей или приобретение жилья и ряд других там таких мероприятий, направлений. Но это строгие рамки. Целевка, эффективность должна здесь обеспечиваться. Ну, то есть у нас много таких семей, которые могут получить такой подарок? Хочется надеяться, что этих семей все больше и больше будет. А так, если взять официальную статистику, где-то в среднем 2,5 тысячи семей в год. Спасибо вам, Михаил Васильевич, и вам, уважаемые телезрители, за активность по уже сложившейся традиции. Передаю вам вопросы, на которые мы не успели ответить в рамках нашей программы. Ну, на этом мы с вами прощаемся и до встречи в эфире. Вопросов все больше и больше становится. Да. Это тоже нормально. Спасибо, уважаемые телезрители. До следующей встречи в нашем эфире.